Итак, мы добрались в гости к еще одной компании, которая называется Grow Dealer. На выставке City Farmer 2020 у нас есть небольшое выступление Дениса. Он нам рассказывал о том, что эта компания является официальным дилером удобрений Advanced Nutrients. И мы не могли, естественно, будучи в Перми, не зайти в эту компанию. Компания Grow Dealer. Мы являемся официальными представителями удобрения Advanced Nutrients. Также мы занимаемся производством угольных фильтров Magic Air, Grow Tenty, Magic Boxы и Grow Baggy, Magic Baggy они у нас называются. То есть мы разговаривали, когда на выставке Денис сказал то, что уже есть официальный сертификат, уже бумага есть официальная, да, и да. Вы, получается, официально возите с завода эти удобрения. То все есть, верно. Они изначально уже лицензированы, то есть сертифицированы, в общем, все уровни безопасности. Все это уже пройдено, да. Все это есть, то есть люди, если будут покупать... Мы сможем предоставить сертификаты. В настоящее время мы как раз занимаемся тем, что готовим эту бумагу. После этого мы можем в каждый магазин поставить сертификаты на продукцию. Да. Я вот обратил еще внимание на то, что бутылочки уже идут с русским языком, то есть уже наклеечка есть. Здесь уже все описано, как что давать, применение, состав. В общем, классно. И поменялась вот этикеточка. Раньше было Made in Европа, да, по-моему. Сейчас Канада. Сейчас, да, тут написано Made in USA. Ну, USA и Канада, в принципе, как бы все это одно и то же. Вот, так что сейчас, насколько я знаю, Advanced в Европе не делают. Не делают. Не делают, да. Поэтому, если вдруг вам будут попадаться европейские Advanced, то это не Advanced. Есть только вот американо-канадские. Что необходимо компании, допустим, тому же самому Grow Shop, чтобы с вами начать работать? Необходимо будет на нашу почту скинуть свои реквизиты, уставные документы, после чего я подготовлю вам личный кабинет в 1С, и можете пользоваться. Также получается, как у Grow Trade'ов, очень удобно, ты зашел с компьютера, набил заказ, и все, в принципе, оплата пошла, деньги ушли, и удобрения пришли. Все верно. Вот. А что я еще хотел узнать? По поводу фильтров Magic Air. Так. Получается, схема та же. И палатки, и мэджики, и бэги, это все уже в программе установлено, и мы можем заказывать все эти позиции. Верно, да. О, отлично. Склады большие? Большие. На всех хватит? На всех хватит. Отлично. Какие удобрения Advanced Nutrients больше всего продаются? Больше всего продаются удобрения минеральные, серия PH Perfect. Трехкомпонентные. Grow Microbloom. Да, вот они, гориллы. В простонародье гориллы. Да, очень любят игуану джуз. Прям органику обожают, тоже берут. И стимуляторы. Стимуляторы обожают просто Bad Candy. Прям с удовольствием берут, разбирают. Первый продукт, который у нас кончается, это Bad Candy, карболот. Они просто на ура. Big Bad ПК Booster тоже отличная штука. Что B52. Еще? B52 тоже B52 огонь. B52 я везде. Да. Вот, где удается, я везде его вставляю, потому что это, да, стимулятор. Да, тоже заканчивается. Ну, одна из первых позиций, которая рано заканчивается, потому что раскупают прям как горячие пирожки. Да, да, соглашусь, в магазине то же самое. Но насчет карболода, почему-то карболод у нас почти не продается. Что ну, это что альтернатива, да, альтернатива Bad Candy. И если на ранних стадиях пользоваться пираньи, тарантула и воду джуз, ну, пираньи, тарантула в формуле с карболодом работают прям на 5+. Ну, это как питательная среда. Да, 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 все верно. А тогда получается аналог Bad Candy, это как он идет? Ну, не аналог, а как... Это же углеводная добавка в карболоад, поэтому ну, они практически одно и то же. А, вот так вот, да? Вот сейчас вот открыли секрет. Вот так вот. Так что, ребята, все, кому нужны будут удобрения Advanced, добро пожаловать в компанию Карболот. Ну и по остальным позициям, естественно. Но у нас передовое, конечно, Advanced'ы. Advanced'ы в нашей стране это та линейка удобрений, которых всегда не хватает. Они очень быстро заканчиваются. И всегда хотелось бы вот побольше их иметь на полках. Вот. С такой компанией, как Grow Dealer,
Я думаю, мы с этой задачей справимся прекрасно. Спасибо вам огромное за это. Сейчас мы пойдем еще полазим тут, посмотрим, еще зайдем в Урал-гидропонику. Сейчас пойдем в Урал-гидропонику и поснимаем магазинчик. В тот раз мы не смогли этого сделать, но в этом году мы этот пробел обязательно заполним. Вот магазин Урал-гидропоника. И мы идем сюда. Вау. Добрый день. Меня зовут Алексей, мистер Гроу. Очень приятно. Саша. Здравствуйте. Ну расскажи нам, пожалуйста, про ваш чудесный магазинчик поподробней. На рынке мы уже 11 лет. Занимаемся так же, как и все, удобрениями, освещением. Все, что нужно для растеневодства. Гидропонными системами. Также у нас есть свое производство фильтров. Производство гроу-тентов и осветильников. Расскажи нам, как ты попала в этот замечательный сама магазин. Сама я работаю здесь 2 года. Ага. Я по образованию агроном. И когда я увидела то, что гидропоника, я совсем думала о другом, куда я иду работать. В плане, что в компанию, которая занимается гидропонными системами с большими, так скажем, агрохолдингами. Да. Когда я пришла, я немножко удивилась. Но все равно интересная сфера. Ну, 2 года ты уже здесь работаешь. То есть, ну, уже это твой дом практически. Да, это мой дом, моя семья. Уже очень интересно, люблю это место. О, видишь, свои классно. Покупатели, это тоже уже наши. Ну, здорово, здорово. Так, вы еще помимо, получается, основной продукции, которая вот представлена в магазине, еще занимаетесь производством своей продукции. Да, это угольные фильтры, палатки. Magic Air, получается. Magic Air. Все с приставкой Magic. Да. Magic Cloud – это у нас боксы. Боксы, они все ну, стандартного размера, также мы шьем под заказ. То есть, если кому-то надо особенный размер, все, пожалуйста, обращайтесь. Также grow baggy, точнее magic baggy у нас называются, горшки, мешки для выращивания. И светильники magic light. Ого, это cool мастера. Ну, по типу. Ну, по типу. Cool, да. Да, все, я понял. Они такие герметичные просто. Ага. А у вас герметичные? Нет, cool мастера герметичные, у нас нет. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Они без этого чуть-чуть. Зато дешевле. Зато дешевле. Цена в наше время играет большую роль. Да. То же самое, я думаю, и с боксами, правильно? Они. Ну, это все равно бюджетный вариант, но соотношение цена-качество, оно есть оптимальное. Хорошее. Да, оптимальное. Отлично. А, по поводу тентов. Что вы за материал используете? Это агромульча. Светоотражающая, то есть по типу милара, но подешевле, конечно. Ну, аналог российский. То есть это в России материал делается, российский, получается? Да. Так. Я смотрю, и все... Ну, в общем, все комплектующие – это отечественный производитель. Да. Все трубки, уголки. Да. Уголки отдельно где-то именно вот под тенты заказываете? Или да, это... отдельно заказываем. Сейчас это старая сборка, сейчас уже получается у нас все металлическое, ага. Более крепкое. Ну, крепкое, да, получается. Да. Про фильтры. Получается, у наших фильтров уголь сменный, продажа уже сразу идет с углем. И также ну вот, уголь сменный можно менять уже, когда приходит срок. Да, здесь есть очень удобная такая раз, и откручиваем. Вот так вот. Ну, сейчас откручивать не будем, конечно. Но вообще откручивается, и здесь снимается крышка, и можно высыпал, засыпал. Вот. Вообще с Magic Air'ами мы работаем уже давно. Насколько я помню, мы всегда с ними работали. Это один из первых отечественных фильтров, который появился на рынке. Вот. Уголь откуда берете? Ну, вернее, ну, марка какая уголь? Сорбент. Ну, это завод, получается, Сорбент. Да. А уголь АРВ. Да. Вот, сюда еще одевается чехольчик. Вот, который можно стирать раз в пару месяцев. Да, предфильтр здесь есть. Также у нас они продаются еще отдельно, если кому-то нужен запасной. И все, и одеваем. Сейчас не буду одевать. Не хочу. Потом снимаю. Вот. Так, что еще у вас было? Так, также у нас бэги. О. То есть даже можем сравнить с гроу-бэгами знаменитыми. Давай. То есть, давай. Вот он наш отечественный производитель. Все как в Советском Союзе. Если гроу-бэг
так на 10 лет. Да, он толще. Он толще, он гораздо толще, слушайте, гораздо плотнее, чем growback стандартный. Так, ага. Да, материал вроде один и тот же, но толщина материала разная абсолютно. То есть вот этот он такой более жижи, а вот этот крепкий. Вот, гроубэги. Так, размеры, наверное, такие же стандартные. Да, получается. Стандартные. Но единственное, что маленьких пока у нас в производстве нет, это то есть десятки, пятнашки, двадцатки, тридцатки, сороковки. Так, отлично. А по конкурентности с гроубэгами? Покупают хорошо, также где-то наравне. Ну, а ну, ценовая политика? Ценовая политика рублей на 20 дешевле. А, даже еще, ну, если дешевле. Большом, да, если много, то, соответственно, экономично. Ну и так и 20 рублей на проезд сэкономить тоже можно. Так, понял. Ну да, она как бы кулмастер и кулмастер. О, даже ГОСТ есть, стекло закаленное, ТУ. По сути, тот же самый кулмастер. Вот. Но подешевле. Потому что у колмастеров только закупочная цена такая, сколько я помню. Но их уже и давно нету, поставщиков, или у вас, ну, есть продажа? Не, у Фитотеха есть, да, в Москве ребята собирают. Вот. Вот что сказать про этот светильник? Ну, светильник. Светильник, который вещь. Однозначно работает. Охлаждение поставили, и все отлично. Кулмастера, да, кулмастера, они и есть кулмастера, никуда ты от них не денешься. Вот такая замечательная штучка. Ну а так у вас получается ассортимент точно такой же, как и во всех гроушопах. Да. Все то же самое. В среднем, да. Александра, спасибо большое за маленький экскурс. Спасибо, что вы приехали. Да, и очень рады знакомству. Я тоже очень рада. Спасибо.